Други, всем привет! Подключаемся в эфир. О, привет! Здороваемся, представляемся, спрашиваем по названию сегодняшнего, значит, эфира, почему так и так далее. Тема, да, по поводу потертых поясов. Вам доводилось видеть людей с вытертыми до бела поясами? Доводилось, конечно, 100%. И знаете, люди ведь разные бывают, да? Бывают такие люди, которые мастера, которые корифеи, такие патриархи стилей, там, не знаю, там, вот у них пояс там истертый, там, вот прямо до белого состояния, там ни одной черной нитки в поясе не осталось. И мы относимся к этому вполне себе нормально, да? Ну, так и должно быть, потому что это определенный показатель того, как человек долго, значит, играет в этом направлении. Ну, это правильно, наверное, да? Такая выработалась традиция и все такое прочее. А вот, знаете, есть другие люди, которые гораздо меньше времени проводят в спортивных залах, гораздо меньше реально участвуют. Да ладно, там эти семинары, хрен бы с ним, может, они в них участвуют вообще постоянно. И постоянно ездят по судействам, и все, и у них что-то бас и потертые пояса. Но самое интересное, что таких потертых поясов у них херова туча. Вот был у человека пояс, сдал он на следующий самгеразряд, и не нашивочку себе пришил одну вот блестященькую, золотистую, а бас, у него появился новый пояс. И смотришь, опа, проходит 2 месяца, хренака, у него новый пояс, опять что-то потертый. Как так, ядрен мать, это что же он с ним делает-то, чтобы он был такой потертый? Тут приходит в голову одна лишь только мысль, что пояс застаривается искусственным совершенно путем. И вот здесь приходит в голову мысль о некоем... о некой плохой дружбе с головой и каким-то неправильным самомнением по поводу и самомнением, и тщеславием, и так далее. Ну, смотрите, вот если у старого мастера, предположим, пояс вот белого цвета, я все равно считаю, что до такого состояния пояс довести одними только тренировками невозможно. Почему я об этом рассуждаю так? Но я скажу вам, почему я об этом рассуждаю так безапелляционно. Потому что у меня у самого есть пояс, который мне в свое время подарил мой учитель, профессор Йорга. Это было тогда, когда я сдал на первый дан. Давно. Это было более 20 лет назад. И с этим, в этом поясе с кимоно разными там и все, я занимался фиг знает сколько времени. За это время я реально износил несколько кимоно в труху, прям реально. То есть кимоно из-за того, что оно постоянно потело, ну, в смысле, я потел, оно желтело, пропитывалось потом, пот агрессивный после каждой стирки, оно там истончалось, хотя некоторые кимоно были фирменные, одно вот у меня есть, которое давнишнее вообще, я только на семинары, да на соревнования его надевал, и то оно уже пришло практически в негодность, мне пришлось купить еще одно, да, для выступлений, для соревнований, вот, ничего не случилось, то есть оно вот истерлось, а с поясом ничего не случилось. И то, что он в каких-то местах немножко потерт и застарен, я вам скажу честно. Я когда получил первый дан, я из того же дурацкого тщеславия кое в каких местах его немножечко потер. Тоже сам. Ну, буквально вытащил пару ниток в надежде на то, что потом из-за этого он будет, когда его самоги завязываешь на так узле, из-за того, что там пара, ну, нитки самоги прорежены, оно тереться будет, и он там затрется в узле и станет белеть и все такое прочее. Вот, у меня была такая как бы тема. Ну, вот смотрите, прошло хреново туча лет, 20 с лишним лет, этот пояс прошел огонь, воду, медные трубы, вот. И не очень-то с тех пор он и изменился. Ну, безусловно, из-за того, что он был изначально, вот эти нитки выдернуты, это что он болтался в стиральных машинках там иногда, хотя это редко бывает, пояс не так часто самки стирать приходится, как, например, тоже кимоно.
Вот, из-за того, что действительно его завязывал, снимал и все такое прочее, то есть он, может быть, там чуть-чуть в каких-то местах еще больше побелел, но с ним ничего не происходит. 20 лет, ребят. Я могу предположить, что когда пройдет еще 40, то есть поясу будет 60, ничего с ним особенного вообще не случится. Поэтому ни хрена это все неправда, что пояс так стирается от времени, все, его так и стирают. И если это абсолютно допустимо и, наверное, оправдано мастерами, потому что так сложилось просто традиционно, что это некая система, позволяющая определить патриархальность мастера, который это носит, хотя не все привержены к этому. Есть мастера с меньшей степенью тщеславия, и они носят пояса радикально черного цвета, то есть абсолютно как новенькие. И когда пояс изнашивается, они просто новый пояс надевают, и все. Не дорожат этим, как какой-то регалией, как бы, с шнурком этим всем, который и там искусственно застарен. Нет. Ну, или дорожат, но они его хранят. Это не обязательно его надо надевать. А если надевают, то надевают. Это не важно. Но относятся к этому не с таким, может быть, пиететом. Я знаю много людей, у которых один и тот же пояс на протяжении долгого времени вообще не застарился. Ни искусственно, ни естественно. То есть проходит большое количество времени, пояс как был, не стертый никакой, так он и остался. Это говорит о том, что пояса сами по себе не подвержены такой своей концепции, тенденции, чтобы истереться и стать белыми. Ну нет такого, нет, ребята. Поэтому, когда вы видите людей с изношенными поясами, которым там самим по 40, там по 50 лет, и они не являются такими самими тренерами, там, прям, которые прям, ну, вообще капец, прям постоянно тренируют сами, вот, потеют там до седьмого пота на каждой самой тренировке, а являются больше функционерами, ездят по семинарам, проводят соревнования, участвуют в судействе, и понятно, что они уже давным-давно не потеют по 6 часов в зале каждый день. И имеют такие пояса, именно такие люди, как правило, и имеют самые потертые пояса, то поймите, что это все фигня. Это я для кого рассказываю? Я рассказываю это для молодых, прежде всего, которые думают, что вот такой потертый пояс является показателем не то, что некой регалий, а того, что он прошел через огонь, воду и медные трубы. Пояс, прошедший через огонь, воду и медные трубы, не отличается ничем от пояса, который лежал на полке. Может быть, он станет более тусклый, там, я не знаю, хотя это навряд ли, если он хорошо сшит и все сделан, ни хера с ним не случится вообще. Вот я вам как-нибудь обязательно покажу свои два пояса. У меня есть один пояс Мизуно фирмы, который у меня появился лет 10 назад, наверное. Почему? Потому что я когда-то сильно пополнил от того от времени, когда мне профессор подарил свой пояс, когда я сдал на первый дан. Вот. И мне пришлось купить другой пояс, потому что с тем было непонятно. Либо там оставались очень длинные концы, либо короткие очень, сколько раз обмотаться вокруг. И пришлось мне купить пояс по размеру. Я с ним занимался тоже фиговую тучу времени долго. Вот с ним вообще ничего не случилось. Ну прямо вот вообще, если его в пленочку завернуть, вот, то его можно продать как новый. Вот ничего с ним не произошло абсолютно. И тот вот только первый, из-за того, что он искусственно поначалу был слегка застарен, вот он чуть-чуть имеет такой, ну не чуть-чуть, имеет, конечно, поношенный вид. Вот. Ну и то, я говорю, от того, какой был ему предан первоначально поношенный вид и каким он стал за 20 лет, разница почти никакая. Поэтому я утверждаю вам, ребят, ничего с поясами не случается. Если кто-то напишет что-то другое, то это пиздоболы, я вам скажу это сразу. Что те, кто скажет, что у них пояса застарились естественным путем, это пиздоболы. А те, кто скажет, да, так и есть, действительно, мы там потерли, ну, блин, ну, надо же как-то тоже показать ученикам, что мы там занимаемся. Это я скажу, ну, ребят, вот вы это честно сказали. Конечно, тщеславие присутствует определенное в этом, но в этом есть определенная степень традиционализма. И ничего в этом самострашного нет, никто за это порицать не будет. Но вот когда человек начинает пиздеть, прям конкретно, говорит, это вот из-за того, что вот там занимался много, это все херня.
Это сродни тому, как человек, который сидит на стероидах, прямо галимо, вот видно по нему и по сепарации, по его, и по очень тонкой талии, и охеренно развитым самим плечам, там, и широчайшим, что это все на стероидах сам сделано. А он утверждает: не, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, нет, ни в коем случае, ничего этого не было, все естественным путем. Только грудки, яичный белок. Исключительно и никак иначе. Вот. Это все понятно. О какой степени доверия может идти? Ну, я вам честно признался, что я свой пояс, тот, который у меня поношен, я его сам в самом начале своего пути слегка подзастарил. Да. Ну, вот молодой был, что мне было 20 лет тогда. Мне тоже хотелось как-то сразу, эх, ты ж, у меня там пояс, там все. Ну, чтобы... Потому что я считал, что в 20 лет получить первый дан, это довольно поздно. Ну, я и начал заниматься-то, в принципе, как сказать, когда карате еще практически запрещено было. Вот, поэтому раньше я и не мог его получить официально никак. И учителя не было тогда, значит, у меня такого, который меня бы научил, как действительно первый дан сам заработать. Потому что те люди, которые меня тренировали первые 5 лет моей самой практики, это так, херота с под ногтей. Если кто-то скажет мне, как так можно говорить про там учителя первого, ну, про учителя нельзя так говорить про первого. Учитель первый мой доктор Йорга, я так про него не буду говорить, конечно, никогда. А так, тот, кто, вы человек, который, которому я пришел в зал первый раз, и в чем зале я это кимоно надел, ну, это не факт, что это учитель, понимаете. Это тоже были эти коммерсы, прям галимые, которые на гребне волны. То есть, что тогда только-только разрешили карате, там собирали самые группы по херовой туче человек, буквально, наверное, по 200 в зале занималось. Просто гребли бабло, а сами были в то же время завистливые, чванливые и так далее. Вот. А то, что давали они, это было вообще просто слезы и страх. Вы как увидели профессора Йоргу первый раз, когда стали заниматься? Вот, господи, чем мы занимались первые 5 лет? Это порнографии галимой. Вот так вот, да. Поэтому вот такая как бы тема. Поэтому, друзья мои, вот эти все пояса, вот это все, надо относиться к этому, конечно, поспокойнее. Я на самом деле ведь не критикую никого в том плане, что я хочу поржать, посмеяться, постебаться, сказать что-то плохое про этих людей, про людей, которые вот так ведут со своими там поясами и все такое прочее. Да нет, на самом деле бог им судья, и никаких проблем я в этом особенно не вижу никаких, да. Я просто говорю это для тех, кто начинает только заниматься, тренироваться и все остальное. Ребят, не надо застаривать свои пояса. Я вам хочу сказать, что чем у вас чернее пояс, если вы его заработали реально, чем он у вас чернее, тем менее потертый и все такое прочее, тем вы реально лучше выглядите, и все. Это ни о чем не говорит. Надо быть, а не казаться. Вот и с высоты своего опыта, ну, я не могу сказать, что я там, блин, какой-то гигант, мысли отец русской демократии, но след собственных, с высоты опыта, который у меня есть, я вам скажу, быть, а не казаться. Соответствуйте просто своему поясу, вот и все. Даже вот, как сказать, ну, кто-то вот эти нашивки нашивает, да, которые показывают, какой он у человека дан. Вот. Это, наверное, нужно делать, особенно тем, кто является еще в своих организациях функционерами, тренерами и все. А кто занимается вот в основном, как я, для себя, да, вот у меня 5-й дан, я не буду никаких нашивок делать абсолютно. А зачем они мне нужны? Я никому ничего не хочу показывать и доказывать, там, заходя в зал, что у меня вот это регалии, и мне надо в красных штанах сделать 3 раза ку. Ну, вот. Я же для себя это получал, а не для кого-то. Кому-то это надо, конечно, для учеников. Ну, надо, потому что ученики все равно обращают внимание сильно на обертку. Вот. Это безусловно. Вот. Кто-то скажет, ну так может и пояс для учеников сам не застарить. Но здесь, понимаете, возникает обман. Если вы себе нашивку сделали на пояс,
она соответствует реалиям, тем, что есть. Вот у нас пятый дан, 5 нашивок, да, там четвертый, 4 нашивки. А вот то, что застарен пояс, это никак не может отражать ни реальный стаж, и уж нереальную эксплуатацию пояса. Ну, никак не может отражать. Поэтому здесь это обман. Это специально нарочито надуманная такая тема, которая выносится на поверхность. Я то, что говорю сейчас агрессивно так и об этом, и вот так, это я не с пеной у рта говорю, просто говорю громко, хочу донести мысль. На самом деле меня тема эта не особо сам не тревожит, почему я на эту тему подкаст решил записать, потому что вопрос был по поводу поясов, какого цвета у этого человека пояс. Увидели, значит, пояс у моего учителя, профессора Йорги, когда я выложил фотографии с аттестацией, сказали, какого цвета у него пояс. А потому что невозможно реально там определить, какого цвета пояс, потому что он вообще никакого цвета. Не серо-бурмалиновый, конечно, но он нифига не черный. То есть там от пояса осталась основа, да, одна, которая внутри. Она похожа на, ну, по текстуре на вожжи. Вот. То есть пояс же как сам шьется? У него есть середина, сердцевина, да, там такой ремень, как бы, сам плетеный. Ну, не плетеный, а вот на вожжи реально похоже, да. А потом обшито сверху черной тканью. И вот от этой черной ткани вообще ничего не осталось. Осталось только то, что находится внутри. Вот. И какого цвета пояс? А он и не белый там, и не желтый, и не черный, и не серый. И хрен знает вообще какого цвета. Ну, больше какой-то белесый. С бело-желтый. И вот, значит, там, ну, вот объясняют тоже другие люди. Это пояс там, типа, там, ну, вот износился от времени. Нет, он не износился от времени. Просто этот пояс показывает некую патриархальность того, кто носит подобный самый пояс. И вот если такой пояс носят люди, которые не могут ни по каким критериям вообще претендовать на такую патриархальность, это очень часто функционеры, президенты федерации какие-то, которые реально там имеют, ну пускай даже высокий дан, там 5-й, 6-й, 7-й, там, но уже забыли, как это кат-то делаются многие. И уж не выступали на соревнованиях 100 лет, и на семинарах в основном они способны выйти только на ритуал, а потом стоять в уголочке где-то и только сам трепаться, лясы точить сам друг дружкой, что-то сам переговариваясь. Вот, даже не потеют никогда, они не стирают даже кимоно свое, доги не стирают свои на протяжении долгих лет, потому что зачем? Они все время чистые. И не сырые, и не потные, и нету желтых пятен на них, и все. И вы видите, что у них такие эти пояса поношенные, то это хуета. Вот так вот, друзья мои. Ну вот, я думаю, что для тех, кто задавал вопрос по цвету поношенных поясов, я на вопрос ответил. Не знаю уж, буду ли я из-за большого количества нецензурной лексики выкладывать это видео на YouTube. Хотя, скорее всего, буду. Чего мне не выложить это на лайв-ченнел, да? Как вы считаете? На лайв-ченнел-то можно, там же ведь эфиры прямые записаны. А надо же быть и не казаться. А зачем казаться мне на Ютубе лучше, чем я в прямом эфире сейчас перед вами. Поэтому выложу все как есть, без купюр. Да? Ну вот, если вы имеете что-то по этому поводу сообщить, напишите какие-то комментарии, обсуждения в сообществах, в социальных сетях, где это будет выложено, или прямо здесь непосредственно под этим видео. Я буду очень рад, потому что это будет говорить о том, что темы интересны, вы смотрите, мы обсуждаем. Вообще классно будет. И заходите, кстати, на Фейсбуке в сообщество, которое называется «Боевые искусства». Вот там будет обязательно репост этого видоса. Вот, обязательно. Ладно. Всем пока. Я на тренировку.